То, что сейчас прозвучит, это не мои стихи, а Булата Беттемира. И песня не Сашина, а Игоря Белого. Но то, что... Но, в общем, мы их посвящаем Сережке. Я бездомный, влюбчивый, ничей. Люди, позабудьте про меня. Я любуюсь пламенем свечей и домами, ждущими огня. Все в дому, едущим и густом, папирос за сотню по рублю, я дружу с задрипанным котом. Он поет, а я его кормлю. Но когда на ощупь, наугад, я соприкасаюсь с бытием, кто я есть? Я брошенный солдат в феодальном имени твоем. Вот сидят, обнявшись за столом, на свечу, плывущую из тьмы, человек с взрослеющим котом. Это я, ты знаешь, это мы. Пляшет мой дом, баркас на осеннем причале, от пощечин ветров и от времени вспять. Я успею сказать ровно то, что мы не досказали, но, наверное, прощай, все равно не успею сказать, это хочется жить. Раздувать свое пламя и форштевнем рассечь каждый встречный бурун. Это хочется жить, разругавшись напрасно с друзьями и цепляясь с тоской за пустые соломинки струн, собирая свое братство призрачных душ. Отплывают пираты Карибского моря. Но я не из числа бунтарей и кликуш, я скорее ловец жемчугов и историй. Разобьется ли мой дом или вдруг на осеннем причале оборвется канат, и как щучья блесна улетит мой баркас в те свои безоглядные дали, до объятия льдов из затертого слова весна, и меня провожать соберутся до встреч все пираты морей, что вообще есть на свете. Я успею сказать вдохновенную речь, но, наверное, прощай, не успеют ответить.